молодой, талантливый спортсмен, был кумиром большинства людей и остался в памяти светлым, добрым и отзывчивым человеком, которому покорялись все вершины. «Иван нам был будто богом послан», — вспоминает отец Ивана Леонид Ткаченко. По воспоминаниям его друзей, он никогда не отказывал в помощи. Однако, как оказалось, даже близкие люди знали о хоккеисте далеко не все. Важнейшая трагедия в истории отечественного профессионального спорта. 7 сентября стал черным днем в календаре для российского хоккея. Разбился самолет Як-42, совершавший рейс Ярославль-Минск. На борту находилась команда «Локомотива», в числе которых был капитан Иван Ткаченко. Все игроки, включая членов экипажа, погибли на месте. Уже после авиакатастрофы стало известно, что спортсмен на постоянной основе жертвовал крупные суммы в фонды помощи детям с онкологическими заболеваниями. Свою благотворительную деятельность Иван Ткаченко предпочитал не афишировать.